Глава Тувы Шалбан Караул с рабочим визитом находится в Китайской Народной Республике. В Пекине состоится встреча в Государственном комитете по развитию и реформе и Министерстве иностранных дел КНР. Также в рабочем графике главы Тувы встречи в российском посольстве и переговоры с деловыми партнерами. Республика Тыва, являясь приграничным регионом Российской Федерации, придает особое значение развитию сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Программы создания экономического коридора России, Монголии и Китая, подписанные главами государств в Ташкенте 23 июня 2016 года, предусмотрены к реализации два проекта с участием Республики Тыва – Северный железнодорожный и Западный железнодорожный коридоры. Наиболее перспективным проектом глава Тувы Шалбан Караул выделяет Северный железнодорожный коридор, имеющий ряд преимуществ и высокую степень готовности к реализации. Об этом глава Республики Тыва намерен доложить и обсудить в Государственном комитете по развитию реформ КНР. Цитата. «Возведение дорожной артерии стратегического для нашей Тувы значения, открытие международного авиасообщения – эти вопросы сейчас в моей голове. Нам нужно занимать активную инициативную позицию, пока они обсуждаются на самом высоком уровне с привлечением мировых инвесторов». Конец цитаты. В Туве завершается кормозаготовительная кампания. На данный момент заготовлено около 207 тысяч тонн грубых кормов, что составляет 92% от общего плана. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, все работы планируется завершить к концу сентября. Также из запасов сформируют резервную базу. Перевыполнили свои прогнозные показатели хозяйства разных форм собственности у Лукхемского, Тандинского, Кахемского и Тоджинского районов. Сейчас кампания идет к завершению в Дзунхемчикском, Судхольском, Кызылском, Брунхемчикском и Чидихольском районах. Низкие темпы в трех муниципалитетах – Терехольском, Рзинском и Тесхемском районах. Недостающий объем сена планируется набрать в местечке Акчера Авюрского района. В эти дни там задействовано 6 механизированных бригад из Дзунхемчицкого, Авюрского и Мангун-Тайгинского районов. В республике на кормозаготовке занято 670 бригад, задействовано 867 тракторов, 649 коселок, 408 граблей и 76 пресс-подборщиков. В республике идет уборка урожая кормовых культур и урожая зерновых культур. На сегодняшний день уборка кормовых культур произведена на площади 4920. Узнать о суммах имущественных налогов, которые вам предстоит заплатить в 2017 году, возможно, уже сейчас, не дожидаясь получения налоговых уведомлений, сообщает Управление Федеральной налоговой службы Тувы. Сервис калькулятора, размещенный на сайте ФНС России, предоставляет налогоплательщикам возможность по каждому виду налога провести расчеты с учетом всех изменений в значении элементов налогообложения, таких как кадастровая стоимость объекта, налоговые ставки, период владения и так далее. Интернет-сервис калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости, на сайте ФНС России позволяет рассчитать сумму земельного налога и налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости. Вот так, не выходя из дома, вы можете сделать расчеты самостоятельно или для себя проверить, правильно ли указана сумма в уведомлениях. Курсы валют на сегодня таковы. Доллар стоит 57 рублей 62 копейки, а евро 68 рублей 75 копеек. Большое поступление утеплителей «Изовер» в Кызыле. Официальный партнер – магазин «Ошеан». «Изовер» обеспечивает эффективную защиту от холода и шума, повышает комфорт, экономит теплоэнергию и водостойкая. Московская, 24. Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден. Солевая пещера «Ассоль». Морской курорт в двух шагах от дома. Наш адрес: Калинина, 3/3. Страшная статистика оставления новорожденных детей в Кызыле пополнилась еще одним случаем. 12 сентября полицейские Кызыла обнаружили возле 40-го магазина коляску с новорожденным ребенком. Поскольку родителей не было, а сама коляска была неопрятной на вид, они решили, что это подкидыш. Мама ребенка искали во дворе домов по улице Кочетовой и ждали возле магазина в надежде, что она найдется. Однако женщина так и не появилась. Малыша отвезли в республиканскую детскую больницу. 13 сентября в 12:40 ночи поступил ребенок по акту полиции в приемный покой. Доставлен инспектором полиции. Состояние при поступлении удовлетворительное. На данный момент тоже состояние удовлетворительное. Ребенок хорошо кушает. Из бутылочки смесь. Ну, вскармливание искусственное.
По словам медсестеры, ребенок неприхотлив, не плачет по пустякам, спит и изредка улыбается врачам. Полицейские в коляске нашли родовой сертификат, где указаны имя матери и дата рождения ребенка. По этим документам было выявлено, что малышу исполнился месяц. В данный момент у него нет даже имени и, соответственно, помимо сертификата никаких документов. Личность матери установлена. В настоящее время устанавливается точное местонахождение. В отношении действий гражданки усматриваются признаки состава преступления, предусмотрен статьей 125 УК РФ за оставление в опасности малолетнего ребенка. Мать ребенка ранее тоже неоднократно привлекалась к административной ответственности, а также уголовной ответственности, а также лишена родительских прав четверых детей. Нерадивая мама оказалась 27-летней жительницей Кызыла, до недавнего времени проживавшая в городе Чидан, где лишили ее родительских прав на четверых старших детей. По каким-то лишь ей одной известным причинам и этот ребенок стал ей ненужным. К счастью, малышу сейчас ничего не угрожает. И вот в отношении матери будет возбуждено уголовное дело оставления в опасности. Это штраф в размере 80 тысяч рублей и уголовная ответственность. Напомню, что в ночь на 7 сентября полицейские нашли двухнедельного ребенка, мать которого оставила его своим пьяным друзьям. 13 сентября жители села Черби Кызылского района для сбора кедрового ореха и ягод выехали к местечку Карахем. Один из мужчин так и не вернулся. Заявление о его пропаже поступило 16 сентября. За прошедшие сутки спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали 6 километров в западном направлении села Черби. Поиски продолжаются. Отметим, что мужчина был одет в кирзовые сапоги, камуфляжный костюм зеленого цвета, черную футболку с белыми и красными рисунками. В настоящий момент поиски производятся с силами Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 5 спасателей и 1 единицы техники, прочесанным близлежащие районы. В связи с сезоном сбора ягод и кедрового ореха Главное управление МЧС России по Республике Тыва напоминает о том, что надо соблюдать определенные правила безопасности. Гражданам, собирающимся идти в лес, необходимо надеть яркую одежду, иметь при себе заряженный мобильный телефон, карту, компасы, а также нож, спички, небольшой запас пищи. Перед выходом из дома следует сообщить родственникам и знакомым о том, куда именно они собираются идти, и ориентировочное время своего возвращения. Если вы или ваши родственники заблудились, то необходимо срочно сообщить о случившемся спасателям по телефону, который на экране, дать приблизительные координаты нахождения, оставаться на месте и ждать помощи. Сегодня исполняется ровно 25 лет с того дня, как Туву посетил его святейшество Далай-Лама XIV. Его визит длился 3 дня. 3 дня в Туве. Именно так называется открывшаяся фотовыставка, посвященная историческому событию в жизни республики, связанная с духовным лидером буддистов. В стенах Национального музея Тувы собрались непосредственные участники тех знаменательных дней осени 92 года, которые, несмотря на то, что прошло 25 лет, рассказывали и восстанавливали хронологию событий, когда впервые на Тувинскую землю ступил его святейшество Далай-Лама XIV. Лауреат Нобелевской премии и известный борец за мир во всем мире. Фотографии на стендах отражают всю атмосферу тех дней даже лучше, чем официальная хроника. Хотел бы сказать, что вот эта выставка посвящена именно визиту его святейшества и приводятся фотографии того времени. И среди них наиболее, на мой взгляд, интересны это там, где перед домом правительства и между театрами, перед зданием парламента собралось, наверное, более 10 тысяч человек одновременно, чего в Туве никогда до этого не было, но и я после этого тоже столько людей не видел. Лица у людей какие были, одухотворенные, с надеждой смотрели на его святейшество. И с этого времени прошло 25 лет, и я считаю, что они не прошли даром то, что говорил, учил нас тогда его святейшество. Самое главное – ценить самого себя, видеть свое будущее и уважать друг друга. Вот эти 3 основные мысли, которые он дал в своем учении, мы сегодня им живем. Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник – день рождения дружелюбного электронного символа – смайлика, то есть улыбки. Этот символ заменяет то, чего недостает в общении посредством чата или электронной почты – интонацию голоса и мимику. Смайлики помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение и вызывают положительные эмоции. В этот день активисты молодежного движения «Добрые сердца Тувы» вышли на площадь Арбата столицы, чтобы раздать прохожим бумажные смайлики. Эти смайлики сделаны руками из
детей. Центр социальной помощи семей и детям города Кызыла силами активиста «Добрые сердца Тубы». Целью акции является о том, что напомнить сегодня горожанам и гостям республики о том, что сегодня день смайлика, и надо тоже отмечать. И это тоже такое яркое мероприятие, событие в России. Не только в России, это и во всем мире отмечается. День рождения электронного символа также сегодня стало поводом для награждения победителей регионального конкурса на создание коллекции брендированных стикеров «Веселые тувинские картинки». Самое главное, чтобы человек, участник, нарисовал перечень эмоций таким образом, чтобы это было связано с Тувой. Это могло бы быть, например, изображение там, чабана, это может быть там, изображение старой веры, ну, или межнациональной дружбы, и наборы эмоций, которые, допустим, дети выражают. Это тоже важно было. Также важно было отразить некое нечто привлекательное, обозначающее, что это именно тувинское. Вот. И жюри решал на основании нескольких критериев. Это художественная составляющая, идея, проработанность деталей и так далее, так далее. Всего на конкурс поступило 26 рисованных коллекций изображений, как в бумажном, так и в электронном виде, от 25 участников. Из всех присланных изображений составом жюри были отобраны 9 лучших. Конкурс принес большие плоды. Он показал уровень молодых художников, которых среди участников было подавляющее большинство. Много работ прислали дети. Одной из юных конкурсантов стала 10-летняя Улана Уржик. Девочка на суд жюри прислала 13 рисунков. Я нарисовала про орла и девочку, и мальчика, тувинца. Я нарисовала то, что мне пришло в голову первым. Это про того, как приветствуется орел там. По положению, организатор конкурса, это Министерство культуры Тувы, оставляет за собой право использовать предоставленные стикеры в целях популяризации бренда Тува в сети интернет. Однако ответственность за соблюдение авторских прав работ несет участник, приславший свои работы на конкурс. Все победители были поощрены ценными призами. В Нальчике завершился турнир чемпионата России по дзюдо 2017, и для наших спортсменов он оказался успешным. Так Альберт Мангуш завоевал бронзовую медаль. Он выступал в весе 60 килограммов. Причем наш спортсмен выступал с травмированной рукой, но смог добиться бронза. Во второй день чемпионата России 2017, показав великолепную технику дзюдо, бронзовую медаль выиграл Саян Андар. Если бы не досадная осечка в полуфинале, в схватке с кемеровчанином Георгием Шмаковым были все основания полагать, что Саян впишет в историю тувинского дзюдо свое имя золотыми буквами, как первый чемпион России по дзюдо среди взрослых из Республики Тыва. Увы, не хватило совсем чуть-чуть. В ближайшие сутки местами по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами сильный дождь со снегом. В Кызыле облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время плюс 13, плюс 15 градусов, ночью плюс 5, плюс 7. Атмосферное давление 706 миллиметров ртутного столба. Ожидается слабая геомагнитная буря. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане облачно без осадков. Температура воздуха утром плюс 9, днем плюс 16. На Полке и в Танзебее пасмурно без осадков. Температура утром плюс 6, днем плюс 10. По всей трассе проезд удовлетворительный.